вами Николай Пивненко в проекте «Дата» на календаре 26 января. Ежегодно в этот день во всем мире отмечается Международный день таможенника – профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты. В ноябре 52 года прошлого века вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. Ну а теперь есть вот такой глобальный праздник. О родившихся в этот день. В 1921 году появился на свет Юрий Озеров, российский режиссер и сценарист. Одна из главных его работ – киноэпопея «Освобождение». Необычный жанр для той советской кинопублики. 1944 год. В этот мир приходит Анджела Дэвис, американская коммунистка, борец за гражданские права, профессор. Один из самых любимых советских лозунгов – «Свободу Анджели Дэвис». Хотя не все до конца знали ее историю, а там все-таки без обычного криминала не обошлось. В 1960 году родился телеведущий, писатель, режиссер, актер и сценарист, общественный деятель Леонид Парфенов, автор всевозможных телепроектов, ну, прежде всего, «Намедни» и «Российская империя». В 1961 году родился Уэйн Гретцкий, канадский хоккеист, величайший игрок в истории НХЛ, которому принадлежит большинство рекордных достижений лиги, по крайней мере, на сегодняшний день. А в 1963 родился Жозе Моуриньо, португальский футбольный тренер. Бывший игрок за свою карьеру завоевал огромное количество наград. Приводил команду к победе в Лиге чемпионов, а также выиграл золотые медали чемпионата в Испании, Италии, Англии и Португалии. Он очень любит смотреть качественное кино, а его любимый актер – Аль Пачино. Говорят, что несколько лет назад им удалось встретиться и провести некоторое время вместе. Даже существует популярный фотоснимок, на котором они вместе. Также Моуриньо удалось увидеть в одном американском отеле кинозвезду Дженнифер Энистон. В одном из интервью он отмечал красоту актрисы и называл ее бывшего парня Брэда Питта полным идиотом. Ну что поделаешь, звездный Олимп. События этого дня. 26 января 1525 год. Создается первая печатная карта Руси. По-видимому, именно она послужила основой для знаменитой карты Московии из издания Клавдия Птолемея «Руководство по географии». 1762 год. Император Петр Третий подписывает манифест о даровании вольности и свободы российскому дворянству. Теперь они освобождаются от обязательной 25-летней гражданской военной службы, могут выходить в отставку, что и сделало около 10 тысяч дворян, выезжать за границу и многое другое тоже имеют право делать. 1914 год. Первый полет многомоторного самолета Илья Муромец-Сикорского. Самолет – первый в мире бомбардировщик. Соединение самолетов «Илья Муромец» было первой, если сказать по-современному, бомбардировочной частью в российской императорской армии и в мире во время Первой мировой войны. За время производства самолета было выпущено несколько модификаций, включая пассажирскую. Эта машина являлась рекордсменом по грузоподъемности и пассажировместимости. Жители и гости могут увидеть Илью Муромца в Центральном музее военно-воздушных сил в Монине. 1924 год. Петроград переименовывается в Ленинград постановлением 2-го Всесоюзного съезда Советов. В 1965-м учреждается звание «Заслуженный военный летчик СССР» и «Заслуженный военный штурман СССР». Год 1992. Президент России Ельцин заявляет, что Россия перестает нацеливать ядерное оружие на города США. Открытие дня. 1500 год. Испанским мореплавателем Винсентом Пинсоном открывается Бразилия. Он считается великим мореходом и одним из наиболее удачливых открывателей земель эпохи Колумба. Мореплаватель делает много остановок для исследования побережья и впадающих в океан рек, завязывания контактов с местными индейцами и выявления наличия, естественно, золота, серебра, жемчуга и драгоценных камней. Ну и последнее. В США 26 января отмечают день карамельных конфет с арахисом. А в мире последнее воскресенье первого месяца года отмечается всемирный праздник «День без интернета». И даже не важно, кто его придумал, но цель проста – заставить всех нас отвлечься от глобальной паутины, ну хотя бы на один день. Насладиться возможностями реального мира. Увидеть его, свою семью, любимую кошку или просто наблюдать за тем, как идет дождь или снег. Выйти из сети сегодня практически невозможно, но так не хочется оставаться там навсегда. Так что выключаем компьютер хотя бы на одно воскресенье и чувствуем жизнь. С вами Николай Пивненко в проекте «Дата».